Ну, я пробую. Сейчас для представителей русской культуры тема каменных баб, по-видимому, прежде всего ассоциируется с двумя стихотворениями одинакового названия «Каменная баба» Ивана Бунина и Велимира Хлебникова. Как в отношении места каменных баб в пространстве, так и во времени оба поэта используют слова, относящиеся к безграничности, к бесконечности. Бунина распространение каменных баб по горизонтали пространства – это, цитирую, «степь без границ». Хлебников обозначает место каменных баб по вертикали пространства, «вы тянетесь от неба и до неба». Во временном отрезке Бунин и Хлебников их наделяют эпитетом «древние», «о дикое исчадие древней тьмы» Бунин. И «вас древнее воздвигла треба» Хлебников. В обоих стихотворениях речь идет об антропоморфных каменных статуях при черноморских степях. Ареал их распространения гораздо шире, от Восточной Украины до Южной Сибири и Средней Азии. Но в данном случае мы ограничимся теми, что находились при черноморских степях, и другими словами еще назывались половецкими болванами или бабами. Богатая коллекция их размещена на площади около Днепропетровского исторического музея, около 80 экземпляров. Они относятся к разным эпохам и собраны с разных мест. Согласно археологическим данным, старшие экземпляры датированы эпохой неолита, а основное количество – 11-13 веками. Их функции, когда они были на первоначальных местах в степи, как считают исследователи, были связаны с культом поминовения умерших. Каждый проезжавший мимо, имеется в виду половцы, там должен был класть свое пожертвование. Хотя наш доклад вовсе не о половецких каменных бабах, а о балтийских, нельзя не отметить, что отдельные половецкие бабы пропутешествовали в свое время и в балтийское пространство, и осели там. Это связано в первую очередь с временем собирательства, особенно в XIX веке, когда богатые коллекционеры хотели иметь в своей коллекции разные и по возможности экзотические предметы. Так, до 1945 года во внутреннем дворе Рижского Домского собора у его стен стояли две половецкие каменные бабы. История их конкретного появления в Риге пока не ясна, но поскольку в данной галерее Домского собора и много других артефактов, можно предположить, что это были экспонаты богатой коллекции Домского музея. После Второй мировой войны следы упомянутых двух каменных половецких баб теряются. Они отправились, если так можно сказать, в неизвестное путешествие. Одна, как совершенно случайно удалось выяснить, находится в подвале Рижского музея медицины, местонахождение другое неясно. Другие, но тоже именуемые каменными бабами, относятся к балтийскому пространству и связаны с балтийскими народностями прусов, ятвягов и кривичей. Время расцвета традиции постановки каменных баб археологи относят к IX-XII веку, но предполагают, что в более углубленных местах проживания данных народов традиция могла сохраниться и в последующие века. О функциях данных антропоморфных изваяний существует разное мнение, но наиболее вероятным можно считать мнение археолога Владимира Кулакова, который предполагает, цитирую, что данные изваяния обозначали некую сакральную границу прусского ареала. Не всегда, но довольно часто каменные бабы ставились числом по две –
Кулаков предполагает, что, может быть, это атрибуты Видовута и Бруттена, основатели, как он считает, традиции прусской дружины и верховной жреческой власти Крива. Но если это и так, то не всегда. Так в нынешнем польском городе Барташице, до войны Бартенштейне, что находится в бывшей Восточной Пруссии, имеются две парные каменные бабы, в преданиях именуемые Бартелем. Это Бартель и Юстебалдой. Юстебалда меньше размером. В преданиях они именуются как муж и жена. У слушателей тут может возникнуть закономерный вопрос. Почему бабы, когда имеются скульптурные изображения как с мужскими, так и с женскими атрибутами? Тут необходим краткий экскурс этимологического свойства. Слово «баба» имеет индоевропейский корень, который в разных языках образовал широкий спектр значений, начиная с ребенка, английский baby, далее обозначая мужчину, отца, как в итальянском babbo, и кончая женщиной, матерью, или просто старой женщиной, латышская баба, литовская боба, украинская, польская, русская баба. Как само название каменная баба, так и изваяние не всегда акцентирует пол, хотя имеются изваяния с мужскими или женскими половыми признаками. Чаще всего словом «баба», да и своим, да и самим изваянием, подчеркивается только антропоморфичность, но не более. Место в пространстве каменных баб неотрывно связано с временем. В современности основное количество их находится или в музеях, или около музеев Калининграда, Пионерска, Гданьска, Ольшкина и других. Например, Гданьский. Ольшкине. Иногда, как уже в упомянутом Барташице, они расположены в городском сквере. Это своего рода нейтральные куски пространства. Иногда бабы заключены в совсем чужом для себя микропространстве. Так одна из каменных баб замурована в основах католического костела XIII века в Пратнице, что в современной Польше, в Армии Мазурии и Ловском уезде, примерно в том же районе, где и Бартушице. Иногда, как можно предположить из косвенных данных, каменные бабы находились в пограничье, ограждающем и защищающем свое сакральное пространство от чужого. К прусскому прошлому каменных баб необходимо совершить воображаемое путешествие с современного пространства, принадлежащего России, Калининградской области, и Польши, назад в Западную и Восточную Пруссию, до войны входившую в состав Германии, а до этого в земли или округи, принадлежавшие пруссам. Это как бы законченное прошлое, в которое можно вступить только путем научных разысканий или фантазии писателя или кинорежиссера. Но в пространстве бытования балтийских каменных баб имеется кусок, весьма ценный кусок, к которому можно подойти и с точки зрения настоящего времени. Это Полесский край Белоруссии, места, где некогда проживали ятвяги и прусы. О том, что здесь жили балтские народы, сейчас свидетельствует лишь топонимы, как, например, Ятвис, Дайнова, прусы, Кудричи и другие, нередко и фамилии там проживающих людей. В белорусском Полесье каменные бабы стоят или на окраине села, как в Данилевичах,
или вдоль тропинки в лесу, как в селе Боровое. Есть село Боровое. Или в старинных кладбищах. Но Боровом там было в одетом виде. Здесь в разодетом виде с крестиком посерединке. Так, так, как сказала, и в старинных кладбищах, как в селе Малые Лепляны. Когда во время фольклорных экспедиций мы у старых женщин в Малых Леплянах спрашивали, когда на кладбище появились каменные бабы, они там ответили, что тогда, когда свет народился, тогда там и две каменные бабы появились. Такой ответ. Местный историк нам говорил, что в окрестностях Малых Леплян найдены древние погребения ятвягов. Каждой весной, раньше на Радуницу, теперь на Пасху, полесские каменные бабы одевают новое одеяние. Это чисто женский ритуал. Каждая женщина шьет передничок, а потом повязывает им каменную бабу. Каменные бабы накрываются также материей, издали, напоминая большие куклы. Каменным бабам возносятся пожертвования в виде денежных купюр или монет, а также в виде разных лакомств. На Пасху кладутся яйца, в другое время яблоки, белый хлеб, грибы и другое. Здесь в Даниловичах. Во время Пасхи одетая каменная баба. У каменных баб просят здоровья, потомства и другое, чего не хватает. У местного населения твердое убеждение, что каменных баб, которых там иногда называют и каменными девочками, нельзя трогать с положенного места. Вряд ли кто-то может с уверенностью определить, к какому этносу балтийскому или славянскому принадлежит начало данной традиции одевания каменных баб. Поэтому мысленное пространство следует расширить, включая сюда с одной стороны прусский, а с другой стороны белорусский компонент. Надо сказать, что окрылённые каменными бабами белорусского Полесья в 2008 году и в несколько последующих лет мы, группа фольклористов, университета исколесили и украинское поселение, тоже для изучения. Никаких следов каменных баб и тем более одевания их мы, к сожалению, не обнаружили. О живучести каменных баб и связанные с ними традиции и почитания, как кажется, свидетельствует только белорусское Полесье. Все остальное – это статическое расположение каменных баб в музеях, где динамику им придают только вечно меняющиеся потоки туристов и их любопытствующие взгляды. Как кажется, первыми новое применение каменным бабам попытались придать художники польского города Ольштина – довоенного Алленштейна. Когда мы были в экспедиции там в 2005 году, они собирались сделать театрализованное представление о прусских каменных бабах. Представление не удалось увидеть, но через несколько лет на Ратушной площади города, удивленному взгляду туристов, открылся целый ряд каменных баб. Имитации из современных искусственных материалов привлекли всеобщее внимание. Было впечатление, что они один миг и могут начать двигаться. Это были работы учеников местной художественной школы. А последующие годы начался прямо-таки бум каменных баб, хотя и весьма профанического свойства. В качестве сувениров в Ольштине их можно купить размером от нескольких сантиметров почти до полуметровой величины и так далее. Не скрою, что идея оживить каменные бабы появилась и у автора данного доклада.
так как часть каменных баб – это совсем немного обработанные в сторону антропоморфизации камни, то почему бы не найти камни, которые более или менее по своему виду похожи на полесские каменные изваяния, которые, кстати, не выше 70-90 сантиметров. Первая проба одевания камня около Даугмальского замчища, что недалеко от Риги, была весьма успешной. Летом 2012 года, имея в качестве образца полесский ритуал одевания каменных баб, вместе со студентами мы пополнили данный ритуал пением народных, латышских народных песен круговыми движениями вокруг бабы, после чего зажгли костер, в который каждый из присутствующих бросал щепотку размельченного янтаря. Янтарь издревле у балтов воспринимался как субстанция защитного свойства. Потом последовали монетные пожертвования, это вид из Даугмальской каменной бабы. Получилось по отзывам неплохо. Но тем же летом хулиганы одеяния сожгли, а монеты, так сказать, унесли. Еще раз попробовали ритуал повторить, но с таким же результатом. В 2013 году я была приглашена в летнюю школу, или точнее в летнее культурное мероприятие длиной в неделю к американским латышам в место под названием Catskills Нью-Йоркского штата. Там латыши владеют довольно большим куском земли, а вплотную подходит лесок, где имеются камни разной формы и величины. Ритуал одевания одного из камней произошел, можно сказать, с одобрением и участием нескольких десятков участников. Хотя и весьма творческим путем, и тоже с янтарем, с костром и другим. Хотя официальным владельцем данного участка земли является латышское лютеранское объединение, протестов с их стороны, слава богу, не было. Вот уже 3 года данный ритуал с переодеванием Кацкельской каменной бабы продолжается. И, как кажется, весьма органично входит в общее направление летнего лагеря, где одна из составляющих – фольклор. С оттенком легкого комизма была попытка породнения балтийских и половецких каменных баб, их сближение на одном куске пространства. Осенью 2013 года в Днепропетровске проводились Дни культуры Латвии. Наш тогдашний посол по образованию историк попросил придумать какое-нибудь захватывающее участников, всех участников действия. Придумали, ну, нетрудно догадаться, одевание каменные бабы с костром, с янтарем, песнями и тому подобное. Для этого нашли в Латвии соответствующий камень, которому скульптор придал слегка антропоморфные черты. Мы сообщили в Днепропетровск, что высылаем камень. Они поняли, что это какой-нибудь драгоценный или дорогой камень, и встречать прибыли чуть ли не милицейским отрядом. Хорошо, что мы не присутствовали в момент, когда они воочию увидели этот камень. К моменту нашего приезда общее разочарование посылкой уже успело развеяться. На площадке возле Днепропетровского исторического музея произошла знаменательная встреча балтийской каменной бабы нового времени с древними половецкими каменными бабами. Хотя каменные бабы, будь то балтийские, балтославянские или половецкие, как кажется, характеризуются в основном временем прошедшим, хочется надеяться, что они ждут еще своего будущего времени. Пусть вначале через сувениры и профанические путешествия в сумках туристов или через попытки оживить их древнюю суть в современном ритуале. Белорусские женщины придают каменным бабам свойства Великой Матери, которая дает человеку жизненную силу и энергию, и здоровье. Это из Минского геологического музея, называется Мара. Обратите внимание, там и
детка в утробе. Это как нельзя лучше согласуется со словами Карла Густава Юнга. Цитируем: «Мать – главенствующая фигура там, где происходит магическое превращение и воскрешение». Мать, не говоря о божественной ее ипостаси, в современной европейской духовной культуре отнюдь не главенствующая фигура. Остается ждать магических превращений, о которых писал Юнг, и уповать на живучесть каменных баб, великих путешественниц во времени и пространстве. Все.